Светлана, доброго дня. В первую очередь хочу спросить, как ваше настроение? Отличное. Общее впечатление от выставки уже у вас появилось? Да, очень понравилось. Я сегодня целый день принимала участие в дне регионального ритейлера. Очень интересно, очень много новой информации, основные тенденции, как в ассортименте, в маркетинге, в мерчендайзинге. Очень много чего узнала для себя. Расскажите, какую компанию вы представляете здесь? Я представляю компанию Storchzeit Group. Это немецкий холдинг. Дочерняя компания Цирит существует в России уже более 10 лет. Мы представляем на российском рынке свой бренд, известный широкому кругу потребителей, те, кто работает с краской, со штукатуркой, делает ремонт, да. Правильно. И бренд этот Color Expert. То есть я так понимаю, что вы делаете разные категории товаров, но сегодня вы представляете конкретный продукт, и наверняка у него есть какие-то особенности, отличительные, скажем так, черты, какие-то, может быть, технологические фишечки, о которых есть смысл рассказать нашим зрителям. Да, наш вот отдел ассортимента в Германии очень тесно сотрудничает с профессиональными малярами, штукатурами, и в разработке инструмента учитывает все те потребности, нюансы, замечания, которые получает вот от конечного потребителя, и старается все это использовать в дальнейшем в своем инструменте. В этом году у нас, например, появились такие новинки, как новые малярные валики из полиамида, которые подходят для широкого круга красок. Также появились эргономичные 3К-кисти, очень удобные для разных видов работ, нанесения краски для лакировки и либо для нанесения средств деревозащиты, и инновационные валики, такие как CodeStar и EvoStar. Это валики, подходящие для всех типов лака. У меня, знаете, какой к вам вопрос. Несмотря на то, что вы занимаетесь таким сложным технологическим продуктом, все интересуются, как у компании складывается отношение с эко-трендами. Потому что тема экологии, она интересует абсолютно всех. Расскажите, как у вас с этим дело обстоит. Экология. Понятно, мы также заботимся о природе. Компания думает, какой материал использовать, насколько он экологически чистый, насколько он не наносит вреда окружающей среде. Понятно, что мы используем в своем производстве материалы, которые имеют сертификаты. И также наше производство в Чехии и в Германии проходит регулярную сертификацию в соответствии с европейскими стандартами. Ну, это в очередной раз подтверждает историю, что все крупные производители, конечно же, беспокоятся о здоровье и, самое главное, об окружающей среде. Поэтому вы можете быть уверены, что, приобретая продукцию той или иной компании, вы всегда будете, друзья, окружены заботой. Вам спасибо большое. Хочу пожелать вам хорошего бизнеса, и пусть эти несколько дней здесь на выставке принесут вам максимальную пользу. Да, спасибо большое.